Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас очередной обзор на аквариумную рыбку. И посмотрим мы сегодня на рыбку Малинезия вильфера, или, как ее еще называют, Малинезия парусная. В живой природе обитает в пресных и солоноватых водах острова Юкатан в Мексике. Свое название получила благодаря наличию удивительного спинного плавника, похожего на парус. У наиболее ценных представителей данных рыбок плавник достигает тех же размеров, что и высота тела. Сегодня, благодаря селекционерам, Малинезию вильферу можно встретить в самых разнообразных окрасах. Этот вид рыбок довольно спокойный и прекрасно уживается с другими видами Малинезии, меченосцами и другими мирными рыбками. От шустрых и агрессивных соседей, вроде барбусов, лучше эту рыбку оградить. Максимальная продолжительность жизни при идеальных условиях содержания около 8 лет. Вильфера парусная считается самой крупной живородящей рыбкой, которая в природе достигает порядка 15 см, но самки значительно меньше самцов по размеру. В условиях аквариума длина рыбки редко превышает и 9 см. Малинезия вильфера – стайные рыбки, поэтому их лучше содержать группой по 5-7 особей. Идеально поселить в аквариум 2-3 самца и 3-4 самочки. Малинезии переносит холод очень плохо, поэтому вода в аквариуме должна быть 22-26 градусов минимум. Можно легко подсолить. Жесткость воды средняя, нуждается в фильтрации и обильной аэрации воды. В кормлении неприхотливы. При этом основная пища должна быть растительной. Можно радовать данных рыбок замороженными и живыми кормами, но это не должно стать основным кормом. Обязательно подкармливайте листьями салата, шпинатом и огурцами. Разводится легко, как и все живородящие рыбки. Все происходит в большинстве случаев само собой. Половозрелость достигается к 8 месяцам. Самка Малинезии вильфера приносит по 30-50 мальков каждые 30-45 дней. Когда брюшко у самочки округлится и примет угловатые очертания, ее необходимо пересадить в нерестовик. Когда нерест окончен, самку из нерестовика удаляют. Помните, что самка может поесть мальков. Выкармливают малышей мелкими дафниями и циклопами. По мере роста мальков Малинезии вильфера в рацион добавляют измельченную растительную пищу. На этом и все, что я вам хотел сегодня сказать. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.